Всем привет! Вы на канале «Готовим дома». Сегодня приготовим куриные наггетсы в духовке. Готовятся они легко, а получаются очень вкусными и сытными. В отличие от жареных наггетсов, такие можно кушать даже тем, кто придерживается правильного питания. Куриное филе весом примерно 600 грамм режем небольшими кусочками. Готовим маринад для мяса. В мисочку наливаем 200 мл сметаны, 1 чайную ложку соли, 0,5 чайной ложки молотой сладкой паприки, 0,5 чайной ложки смеси разных перцев и черный молотый перец. Все перемешиваем. Сметану можно заменить кефиром любой жирности или йогуртом без добавок. В приготовленный маринад кладем нарезанное мясо и все хорошо перемешиваем. Миску накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник мариноваться минимум на 1 час, можно на ночь. Мясо замариновалось, готовим панировку. 100 грамм сыра трем на крупной терке. 100 грамм кукурузных хлопьев измельчаем в измельчителе. Также можно их пересыпать в пакет и измельчить руками. Кукурузные хлопья можно заменить панировочными сухарями. К тертому сыру добавляем измельченные хлопья и перемешиваем. Каждый кусочек мяса обваливаем в панировке и кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Противень с подготовленным мясом ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем примерно 30 минут. Наггетсы в духовке получились очень вкусными и аппетитными. Нежное мясо в середине и вкуснейшая хрустящая корочка с сыром никого не оставят равнодушными. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно. Если вам понравился такой рецепт наггетсов в духовке, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал «Готовим дома», а также подписывайтесь на мою страничку в Instagram, ссылка в описании под видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!